Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1250. События дня. Псалом 21:20. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя. Поспеши на помощь мне. Избави от меча душу мою, от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. За 19 мая 2019 года. Наше объявление, что умерла сестра, останавливайте сами курсором, считайте дальше. Кто желает-то помочь, могут помочь. Вышел Никита Колесников. Пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович, мой любимый и ценнейший наставник. Мой ноутбук окончательно состарился и сломался. И долгое время я пытался его вычинить. И в итоге купил другой, подержанный, такой же мощности, но в 3 раза дешевле. Сейчас такие цены. Я могу, наконец, написать вам, попросить молитв и совета. Каждый день молимся за Никиту. Такое чувство, что огонь и воду я прошел, теперь начались медные трубы. На пасхальное богослужение я поехал в Киев к своему старому знакомому и хорошему, насколько может быть хорошим, современной МП батюшке. Так вышло, что я зашел в храм первый, и кроме него никого еще не было. В алтаре он готовился к праздничной службе. Сразу позвал меня в свою комнатку, и завел речь, что силы у него не те, недавно он пережил очередной сердечный приступ в свои 65 лет, и не на кого положиться, и я, как главный кандидат на его заместительство, хочет создать общинку. Я сразу и не понял, о чем речь. Это, оказывается, он про монастырь. Вокруг храма шикарного, небольшого, уже давно закончены постройки, жилые помещения для жилья монахов. А сам он хочет успеть еще один храм построить. А я буду как его заместитель. Его уже возвели в архимандриты. Я так понял. И меня им все охота кого-то рукоположить. Я ответил, что нужен ли я такой ему, какой сейчас есть, и что, имея некоторый опыт жизни в настоящей общине со строгим уставом, я понижать планку просто не могу. Отец Павел смотрел ваши ролики и про то, как вы негодных священников обличали пророческим глазом, и ему даже как бы понравилось. Хотя внутри он такой же закваски, в какой заквасился в этой лицемерной лживой среде много лет, и ничем не отличается от других попов. Он ответил, что пусть пасхальная благодать покроет все мысли и получим ответ. А я уже почувствовал, как липкие пальцы церковной иерархии увлекают меня в большие и страшные дали. Ненавижу это тщеславное чувство. Разговор остался незавершенным. Внезапно он предложил мне считать деяния апостолов. Я согласился, только на русском. Он так удивился, зачем, но согласился. Я начал со всей наукой, приобретенные с вами, считать какую-то удивительную, захватывающую историю для захожан про то, как священники, это слово я особо выделил, лютовали на Петра и Иоанна за проповедь Иисуса Христа. Когда я позвал Склироса считать дальше молодую замужнюю Марину, которую когда-то мне предлагали в жену для рукоположения дальнейшего, то она уперлась считать только на церковно-славянском, потому что ее так учили на курсах, и целую главу в храме слышно было привычное лепетание. Может быть, в эту пасхальную ночь только в 3 храмах РПЦ чтение деяний было на русском. Последним гвоздем в евангельскую проповедь было чтение пасхальной проповеди Златоуста на церковно-славянском. Отцом Павлом я был потрясен этим бредом. Ну, а на утренней трапезе я уже не смогший терпеть это застолье поповское. Там еще один приехал священник, отец Евгений, «помогать» в кавычках, освящать ранним православным их куличи да яйца. Я постепенно перевел тему и потом начал жарить в своей дерзковатой, но искренней манере про торговлю в храмах, платное таинство и требы, проглашенных и так далее, что отец Павел только и хватался за свое больное сердце. Я же выложился на полную силу, потом еще 5 дней набирался сил. По-другому так поступить я не знал. Как?
Потом и чувствовал, как меня начинают помаленьку вводить в этот привилегированный церковный круг. Я задыхался. Меня посадили на почетное место, рядом со священниками. Что интересно, отец Евгений даже как-то раскрепостился и просветлил лицом. Возражал, но не особо. А после мы даже обменялись номерами мобильных телефонов. С тех пор я туда не ездил. Мне тоже не звонят. Ждал, что вы на это скажете. Еще я посещаю часто сектантские собрания в Борисполе на Украине. И дело дошло, что я уже должен как-то определиться, участвовать ли с ними в евангелизации, помогать в работах. Как делали вы? Это очень умеренные люди. Там хорошая пастора. Они не беснуются. Я в очень хороших отношениях с Антоном, пожилым бритым мужчиной, стоящим на дверях и встречающих приходящих. Спаси Христос, что на это все скажете? Отвечаю, относительно двойного сватовства тебя в чьи-то мужья и потом в попы, тут вроде бы совета тебе не нужно. Все прошло и как будто даже отрезалось. Слава Иисусу Христу! Не зря ты тут 5 лет мучился. Слава Богу, да будет всегда за подобное. А вот что касается еретиков, то тебе лучше к ним не ходить вовсе. Ты нового там ничего не получишь, кроме их заблуждения. А истина тебе дана и усвоена настолько, что ты бы там по их разрешению. Давай, 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 давай. Сейчас, досчитаю. Да, ну и дальше я буду пропускать против женитьбы, против занятия ума рукоположением. Тут самое лучшее туда. Ну дальше, прочитайте. Если разрешение. Истина тебе дана и усвоена настолько, что ты бы там, у баптиста, по их разрешению, конечно, мог бы с кафедры преподать им прямо по книге к истинному православию. Но они на это не пойдут. Ну а дальше все это прочитайте здесь. Я говорю, здесь тебе гарантировано спокойствие. Самое лучшее возвратиться сюда против женитьбы. Занять ума рукоположением. Здесь тебе гарантировано спокойствие от таких их советников в эти пропасти тьмы смертельного удушья. Хохлушки есть тут в женах, самые непослушные и упрямые да призлихи, вреднющие, подминающие мужей. Если просишь совета, то и желательно, чтобы я не зря тут время тратил на ответы, которые будут выброшены. Чтобы такого не случилось, прислушайся и выполни. К еретикам этим не ходи, чтобы их зараза не сожрала тебя. Зло и ереси очень прилипчивы. Там, где есть, если тебе по силам, то образуй занятия по пособию для изучения Евангелия от Марка, как у нас идут занятия. Лучшего не найти. Но кто будет ходить к тебе? Есть ли место для занятий? Поприще огромное, и врагами станут все, кто сегодня как-то тебя еще терпит и заочно приговаривает тебя к погибели там. Выходи по скайпу, и тогда поговорим обо всем. Храни себя от идолов, храни себя от себя. Галатам 4.11. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Христос воскрес, обнимаю. Роман пишет, у меня появился знакомый, которого я плохо знаю. Я благовестил ему, рассказал о вреде монашества, но через 2 недели он, наслушавшись монахов, всю радость, слава Иисусу Христу, забыл. Я ему напомнил вчера. Он попросился у меня поехать со мной, если я поеду в монастырь. Я ему сказал, что из-за неевангельской направленности в монастыре туда я не поеду. И еще я сказал, что я думаю поехать трудиться в Потеряевку. Тогда он стал проситься поехать со мной в Потеряевку. Вот я считаю, а тут я не вижу, что тут буквы расползлись. Надо дергать здесь, чтобы было. Ну, виноват, не буду возвращаться, по голосу определите. Тогда он стал проситься поехать со мной в Потеряевку. Так как я еще не еду в Потеряевку, то я предложил ему спросить у вас, Игнатий Тихонович, о возможности поговорить ему с вами. Игнатий Тихонович, о вопросе приезда без меня, его одного, в Потеряевку трудиться на месяц, 10 июня. Отвечаю, предварительно нужно переговорить по скайпу и не откладывать, потому что из Потеряевки связи почти не будет по скайпу. Ну, тут, как говорят, все это. Вот Сергей тут пишет. Одна пишет, я обычная простая девушка, которая устала от этого бренного мира, устала от мирской грязи. Сергей Игнатов, Христос воскрес, отец Игнатий, сегодня в 6:00 выезжай на Урал, а затем в Потеряевку потрудиться и поучиться уму-разуму. Прошу твоих святых молитв. Аминь.
Я ему пишу, 10 июня, помните, как бы отца Максима с Каскуна вывести на скайп со мной. Дальше Иван Жирковский пишет, много он пишет тут из святых отцов, просто прочитайте. Сейчас я тут пройду. Вот так пишет Игнатий Тихонович, добрались и до этой темы, и что тут могут сказать женщины? Даже не скажешь, что это православные христиане. Наши предки так молились, напоминают мне иудеи Ветхого Завета. Этот канал все больше похож на лжеправославие, какой-то там они рассматривают. Сеют раздоры, вводят народ в заблуждение своими домыслами. Слово Божие, 4 часа не могут потрудиться, посчитать толкованием. А лекции языка, да, могут все народы. Слушай литургии на своем языке, это только русские на своем упертом мнении стоят. Ну и далее. Я об языках, о пророках здесь все это выписал. Вот места просчитайте. Вот материалы на эту тему. Вразумление он подаст больше, чем все их союзы мертвецов и ассамблеи слепоглухонемых суесловов. Вот о слове, где у нас на сайте. Я просто сейчас буду продергивать, чтобы могли просчитать. У меня тут время нету. С одной стороны, как будто много знает, много понимает, а с другой стороны, задают вопросы, которые показывают некую инфантильность. Детскость. Много мнят о себе, как и Долбнева, как Андрусенко, как Александр Муха и им подобные. А на самом деле, анализируя их речь, очевидно, что они неутвержденные и невежды, и обидчивые. Не надо было очаровываться, в том числе Игнатием Тихоновичем, чтобы потом не разочаровываться. Вот так. Володя Пащенко пишет. Мир вам, Игнатий Тихонович, нашел белого голубя без головы напротив дома, возле дороги. Думал, хищник какой. А сегодня увидел, как ворона гоняется за одной голубкой и сбила ее, и давай ее клевать в глаз. Увидел я, выбежал и успел отнять. Живая, но будет дальше и жить, не знаю. Посмотрел голубей, вроде все дома, сразу закрыл их. А там на ночь закрываю их от совы. Закрой до меня, я пишу совсем. Юрий Соболев. С воскресным днем, Игнатий Тихонович, посмотрел ролики фрагментарно, бесед наших о строительстве храма в Екатеринбурге. Ваши ответы еще ярче в ролике выглядят, нежели в режиме реального общения. Это мое субъективное мнение, какое-то новое видение, что ли. Спаси Христос, Владимир. Это пишет о Никите. Брат молодец, наша закваска. Как я понял, вы предложили ему вернуться, я лично не против. Но как примут остальные? Все-таки придется восстановить отношения со всеми, может даже где-то попросить прощения. А если решил остаться там на Украине, то Бог помощь, но ему будет сложно устоять одному. А собрать людей вокруг себя еще сложнее, потому что нужно обладать 6 качеством лидера, а его дает только Бог. На первый взгляд симфония, тут про меня пишут, вот это священное писание. Меня человеком-компьютером назвали. В лагере. Вот Джастис Уолкер. Михаил Кальмаев. Али Андрей Кураев в эфире «Эхо Москвы», обсуждая ситуацию в Екатеринбурге, сказал, как бы в шутку, сказал, что, мол, 5 лет назад его выкинули со всех должностей, и что все началось, то есть весь этот бардак удивительным образом совпал с его увольнением. А я подумал, нет, не из-за этого, хотя его увольнение – это тоже маркер. Но другое, более важное событие произошло в 2014 году, повлиявшее и влияющее на сегодняшние события и на будущее повлияет. В 2014 году закончилась миссия Игнатия Тихоновича Лапкина. Поездка братьев в следующем году не в счет. История России и православия можно и нужно рассматривать по периодам от 1990-91 до 2014 и после 2014. Почему так? Это было окно возможности, открытое Богом народом СССР. Именно в этот период, после тотального заключения, они, эти народы, вышли на свободу и вдохнули этот воздух освобождения полной грудью. И Бог дал время, чтобы могли определиться все, каким путем идти и куда.
Именно этот период и есть период выбора. Именно в этот период прозвучал пророческий глас, который был услышан и увиден, но, как показывает сегодняшнее событие, прошедшее и еще покажут будущее, был отвергнут и не принят. Не принят как Россия вообще, так и церковью Московского патриархата, в частности, как я видел и вижу. Игнатий Тихонович буквально вымолил эту поездку по России и миру. Им двигало только одно – донести людям, власть имущим и не имеющим власти, благую весть Иисуса Христа через книги и проповеди. Это был крик человека, видящего идущих в пропасть. И Бог дал ему это сделать, хотя и видел, что не послушает и не изменится. Именно это великое событие произошло 5 лет назад. А сегодня уже Бог закрыл окно, потому что определились, куда идти и что больше по душе. Выбор сделали. Лучше печь пирожки для богини неба и совершать возлияние иным богам. Боюсь и думаю, что больше для России такого пророческого гласа уже не прозвучит. Как только все гряду скоро, возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Откровение 22:12. О ситуации вот это. Какой-то христианин пишет, и некоторые, игнорируя смысл и контекст, критикуют Игнатия Тихоновича за цитирование кого-либо или за критику слов кого-либо. Но Игнатий Тихонович это делает с мудростью, с рассудительностью, с любовью. Храни Господь вас за правду ответить. Ну и дальше. Из Сербии привет. Вопросы задает вот один священник. Зарплата у священника в храме – это симония. Если он не настоятель, то все равно оправдания нет. Кому и как ему жить тогда? Поясните. Ответ. Зарплата никакая не может быть симонией. В храме все решает десятина святая. Иметь подсобное хозяйство или параллельно работу на гражданке. Второй вопрос. Свечи, иконы и прочая торговля при храме. Симония. А как людям приобретать это? В магазине? Какова практика в РПЦ по этому поводу? Может быть, до 1917. Ответ. На это вторая десятина может быть, если все единодушны. Тавит 8 глава. И добровольно. К свечам даже не прикасаться никому, кроме прислуги. Ставить 3 свечи на весь храм или от силы 7 по праздникам на всю службу. Покупают воск, который батюшка десятину платит с десятины. Он теперь для храма жертвует все, что необходимо, покупают тут. И с книгами, и с одеянием. Так. Третье. Как вообще должны быть устроены денежные отношения на приходе? Правила святой десятины. Вопрос. На что должен жить священник, диакон, епископ, епархиальные структуры и прочее? Кроме святой десятины, должен ли христианин делать еще какие-то пожертвования? Ответ. Дали десятины, только добровольно. У нас махонькие общины здесь. И нет ни тарелки по храму, никакой торговли и ни за что, нигде, ни в рубля. Только добровольно в ящик на стене с надписью на нем «Добровольное пожертвование на нужды церкви». Четвертое. На что может тратить настоятель пожертвования? Святая десятина и другое. Личные расходы содержания храма и прочее. На что он не имеет права тратить? Ну, на табак, если курит, пьет, это никак. Ответ. Смотря на величину десятины. На перечисленные выше вами, на нужды болящих, малоимущих, на помощь дальним пострадавшим. Тогда объявлен будет сбор добровольных пожертвований. Нельзя тратить на глупости и излишества. Все делать по совету с общиной, как у нас, с уважением, Вячеслав Петрович. Тараман пишет. Так, прочитывайте, и дальше пошли. Тормознуть, и можно прочитать. Братья, прошу сейчас не начинать болтовню, а помолиться о Екатерине. Екатерина. Но она сама подписывается, Тинникова.
Глупенькая девушка, которая присела с интернетной блевотиной. Она одна одинешенькая и всего лишь 26 годиков. Прошу вас помолиться о ней, чтобы Господь вразумил ее, чтобы она не наделала еще более страшных шагов. Все, к сожалению, подтвердило. Связи, кто общается с этой, она оборвала. Крайне некрасиво и неблагородно. Все понимаем, однако просьба помолиться. Игнатий Тихонович в курсе ситуации, Виталий? Очевидно, что какие-то личностные обиды, шероховатости и прочее, где задето собственное «я». Это как раз-таки и нужно выносить на суд Божий. Не суд судить, а нам молиться, не нам судить. Наталья. «Клевещет на раба Божьего Христова, который сидел в вузах со смертниками за живое Слово Божье, хулит Духа Святого, еще молоко на губах не высохло-то, а клевета лживо из уст рекой полилась. Дай Бог ей покаяние, чтобы не перешла грань». Дмитрий Возлимич. «Да, Наташ, ты права, ни почтение к возрасту, ни то, что у тебя дома, и ее принимал и прочее. То есть я ее принимала, она у меня была, хотела жить, и вдруг уехала, приезжала, крещение принимала, отношения всегда были хорошие. Но она так вот и замкнута, и на благовестие даже тут, я сказал, брать ее можно. Причем спроси Игнатия Тихоновича, он даст ей самую хорошую характеристику. Так что крепитесь, братья, ибо противник наш спастился великой ярости и ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Вот так в вере укрепиться. Читайте. Слова и образ жизни Игнатия Лапкина одним причиняют страх и дискомфорт, а другим освещают все жизненные вопросы во свете Библии. Ну, вот это правильно. Каждому по-разному. У Игнатия Тихоновича много критиков, справедливых или нет, это покажет время Божий суд. Однако после прочтения его биографии становится очевидным, почему Лапкин имеет полное моральное право обличать современные нравы и порядки, точнее беспорядки в Русской Православной Церкви. Ну, прочитайте. Ну, вот так, чтобы власти не угрожали. Я говорю, что митрополит должен выйти до земли, поклониться, а может на колени встать перед народом, попросить прощения. От него это все зависит.